Встречаем новый TV-Box TOX4. Смотрим характеристики CPU Rockchip RK3528. Посмотрим в обзоре, сделаю видеоролик. Память 4 на 32, гигабитный интернет, Wi-Fi ABGEAC, ну, в общем, вы поняли, Bluetooth 5.0 и так далее. То есть приближу посмотрели. И давайте посмотрим, что в комплект входит. Так, TV-Box TOX4. Супер. Показываю быстро разъемчики. Вот такие вот. Type-C. И, ну, в общем, TV-Box как TV-Box. Мало чем отличается от TOX-1. Разве что разъемами. Посмотрим тесты в ролике, как я уже сказал. HDMI кабель. Блок питания. И пульт. Пульт рекомендую поменять на тот, у которого есть гироскоп. И с голосовым поиском. Ссылку будет на пульт.